Всех приветствую! И у нас сегодня будет шашлык. Шашлык из баранины. А барашка прибыл у нас с Кабардино-Балкарии. Так что шашлык будет называться Эльбрус. Потому что, мне кажется, он своими глазами видел эту гору. Барашка у нас вот такой пришло уже. Мы порубили. И сейчас будем отделять, что на шашлык. Ребрушки, а какие у нас пойдут на шикарный суп. Подпишитесь на канал и узнайте, какой у нас будет шикарный суп. И также у нас на нашем канале разыгрывается тандыр. Как канал наберет 20 тысяч подписчиков, мы разыграем тандыр. Приступаем к разделке. Так, вот это мы все оставим на суп. Вот такие вот пистолетики. Итак, порезали. Для хорошего шашлыка с барашка много не возьмешь. Так, теперь берем смесь перцев и ступочку. Так, соль. Присолим сначала с одной стороны. Теперь перец. Также нам понадобится чебрец. Горный чебрец. Раз барашка у нас горный, и чебрец у нас с гор. Тоже его протрем. И посыпем его так же. Переворачиваем. Перчиком. Теперь лук нарежем. Лук нарезали. Чуть не забыл. Нам еще понадобится кориандр. Прям посыпем немножко еще кориандра. Теперь лук отправляем. Желательно его помять. Вот для этого шашлыка лука много не бывает. Массажируем теперь мясо. Мне кажется, и жарить не надо. Аромат стоит, что можно так скушать. На 2 часа отправляем постоять. Теперь подготовим. Еще на гарнир у нас будет баклажан. Делаем легко. Отрезаем попку. Не знаю, у нее 2 попки. Пополам. Теперь делаем разрез до половины. Вот. Также делаем разрез до половины. И опускаем подготовленную соленую воду. Так, в воде он полежит также 2 часа. Ну вот, маринация у нас закончилась. Аромат
будем нанизывать. Сначала лук я не сбиваю, кому как, но мне вот очень нравится, когда он подгорит. А так многие рекомендуют снимать лук, я нет, это для меня он вкусный. Так, теперь душистое масло. У нас настоено оно на разных травах. Прямо немножко сюда наливаем. И вот у нас делали надрезы. Мы сейчас смажем все это. Масло ароматное, вкусное. Красота. Также перчики смажем. Но у нас пока еще уголь не прогорел. И пожарим наши овощи. Что уголь не прогорел, это не страшно. Вот такой у нас огонек. Сейчас обжарим и сделаем гарнир. Для мяса это еще огонь будет вредный. Для овощей нормально. Вот у нас запекаются. Какая красота. Так, овощи мы обжарили. Немножко угольков сюда. И пусть они немножко здесь уже доходят. Красота! Мясо баранины примерно готовится минут 10. Главное не пересушить. Это так мясо маловато. Все у нас готово. Вот, укрываем. Прямо немножко соки распределяться. А мы быстро-быстро должны приготовить. У нас уже овощи почищены. Вот, крупно. И эту. Прямо вот. Так. Выдавим прямо 3 зубчика чеснока сюда. И порежем лучок. Присолим. Там щепоточку. И душистое масло, прямо немножко. И все перемешаем. Ну все, вроде бы нарезали, приготовили. Давайте испробуем.
Что, пистолетик? Руками. Руками, все руками можно порвать. Забыл. У нас тут бутылочка Кинзмараули. Это божественно. Все, пока.